поиск шишки. Ядро. Грань показывает, что будет дорога. Грань выходит на дорогу. Но она... О, бля. Гребище. Вы полкопны за собой тянете. Все. Так это мы сюда идем. А на стрелке показывай вперед, куда ты идешь. Развернись назад, она будет сюда. Та за речкой, на той стороне речки дорога. Сейчас будет одна. Вот, ребятишки. Лосяра ходил. Два. Свежа. Маленький нахуй. Сосара без мифетилы ходит. Куда? О, блядь, и тут высохло даже. Да как что? Вы первый раз такое видите? А? Первый раз такое видите? Да раньше я на мотоцикле ездил на Синокосе. Ага. Бывали года. Не, ну тут, наверное, не сильно выбивали ее, а может гладили. Лес прозрачный, блядь. Хороший. Дудочку. Смотрите. Дудочку погрыз. И медведь лежал. Лежанка медведя, друзья. Такие вот кедрачи здесь стоят. Ну кедры, блядь, не тронули вообще. Кедры не тронули. Видать, боялись нахуй. Кедрачи стоят вот такие. О. Короче, шишки нихуя нету, друзья. Как-то так. Поедем еще за 50 километров отсюда. От нашего места до другого. Проверим. Может, что будет. Малиночка. Видать, когда-то медведь похрал. А может, ушкари малиной. Короче, завалено, друзья. Валежники, хуежники. Кедр, да? Ну, гнилой, наверное. Ну, суки, а даже до сюда доехали. И оставили лес, блядь. Ну, а вон сколько его, этого леса. Здесь избушку можно с него срубить было, не одну. Нет, я вообще говорю. Даже вывести, если бы его надо было. Можно было и баню, и хоть что нарубить, нахуй. Ну, дрова здесь невыгодно вывозить. Ага. Где? Пробежал туда, в коряльчик пробежал. А, вон сидит. Где? Ага, вижу. Друзья, вон соболек сидит. Один или маленький? Один. Где?
короче, друзья, соболь, собольком были. С маленьким соболенком. Вот в таких местах. Такая вот делянища. А здесь вот медведь лежал. Видите, прям все излежено. Лёжка прямо охуенная. Такие вот через высоту проходы. Соболёк. Давно я соболя не видел живого. Обалдеть. Места дикие. Мало кто бывает здесь, поэтому здесь его так легко и встретить. И соболя, и медведь ходит, и лоси, все выбито. Вот. А, бля, чуть не набрал, друзья. Хера тут глубоко, бля. Через такие вот травы перебираемся. Бля, проваливаешься, идешь. Охренеть. Лисички нашел. Три штучки. Я первый раз вижу, как он растет. Можжевельник, друзья. Можжевельник. Нету, да? Ну а хули толку тогда обратно хуярить? Наверное, плотина была выше, ниже. Вы здесь шишки переносили, ага?
внимательное внимание. Колодезной воды. Вот лосяра ходил, блядь, нихуя копыта, и туда, и сюда. Вот медведяра ходил, вот пальцы нахуй. Где? Сюда я брал. А, вот, ну вот лапка. Ребятишки, а вот копыта, нихуя, смотрите. Копыта с моим сапогом сравнивайте, друзья. Ебать, уже их увярили мостик. Охуенно. Я говорю, тут дорога будет. Вот она, речка. А как называется река, Леколь? Дорога-то вообще охуенная. Не знаю, как она называется. Вот он ходил. Ну небольшой. Небольшой. Там мы, наверное, заедем. Вот, небольшой. Конечно, заедем. Чем мы не заедем-то? Там размоено было красная рынка. Вот такие вот дела. Продолжаем путешествие. Две палочки на батарейке. Короче, хуй понес. Мы можем не заблудиться. Да нам хули тут блудить, мы можем остаться тут. Существовать хули сразу. А сука какая-то писает мне. Муравей, блядь. Нет, не муравей, какой-то зеленый жук. Там просто позвонит, там подведет, которого вот на вертолете что-то все. А, не, они же на самолете полетят. Не с этой стороны. Да хоть бы не скидывали, а прошлись бы так кружочек, ебанули дунули. Бы. Дунули? Дунули бы нахуй. Вот мы сейчас зайдем, что там. Есть кирпичи. Там все вот здесь дули, наверное, нахуй. Может нет нихуя, но. Ну тут вот маленько есть. Чуть-чуть. Да ебаный лос. Мазаться что ли, блядь. Заебаться. Надо было помазать. А хули потевшие все здесь. Нахуй. Вы здесь были? Или где-то дальше? Табор у вас. Дальше. До Балатина. Угу. Ну, нет,
Рядом побежал кто-то. Ну, видно по прямой. Вы не слышали? Когда вы шнек-то этот бросили? Ну, я там мою навел. Ножки не здесь. Ты их не слышал? Зашуршало, заебись. Ну, я видел даже, мелькнул там. Не, я не видел, кто мелькнул, но я видел. Я слышал, зашуршало. Вот это бурунду. Тяжелый кто-то. Может, большой бурунду. Медведи видели. Вот, а то есть где-то. Стал на столе, но зачем? Так вкуснее. Ты специально зажег ее? Но хозяева пьяна была. А нахуй им это надо? Кого? Сжигать. Ну просто сожгли, чтоб никто не пользовался. Да? Да, вот тоже жжет. Ты там пользовался-то? А типа она не надо. Ну как? То вдруг кто-нибудь полезет на филаде, влезает. Ну, может, егеря сожгли. Реально, ты можешь. Залупаются же, чтоб не стояли избушки. Mm-hmm. Может, здесь все участок, кто охотится. Как он в прошлом году ездил к бабу Лобановский участок, чтоб забрать. Mm-hmm. Ну, что-то у него нихуя не получилось. Так участка сейчас же нет. Ну, все равно. Какая нахуй разница? Он хотел переговорить. Это общего пользования. Иди. Ну, Артем, у тебя другое рассуждение, нахуй. Общего, если он тут жизнь охотится, нахуй, как ты полезешь? Блять, вы в деревне охотитесь. И чё? И все охотятся там. И чё? Ну, деревня это деревня, нахуй. Так и здесь так же самое. А здесь уже не то, нахуй. Да это хуйня. Да ни хуйня. Мы и батя ходили, нахуй, у нас вот избушка, у проламанная светлая грань. Постоянно залупались, нахуй. Ну, и пускай залупались. Ну батя нахуй их посылала. Ну и все, вот. Они всегда залупались нахуй. Залупались и залупались. На арендованные сунься, вот это уже залупаться будут. Тогда Дрожжакин с батькой нахуй своим поставили избушку. На Колыпе. Я не знал нахуй, что они без меня, я как раз руку прострелил. И все. Я не руку прострелил, учиться поехал на Сибирь. Расхуяли, сожгли нахуй, им вещи все нахуй. Ну потом Сатурёнов признался типа. Я постоянно тут охотюсь, а вы поставили нахуй избушку. Ну за это его и ёбнуть могли. Я думаю, дед когда охотился, тогда такие дела и были нахуй. За такие дела нахуй. Попробуй сожги нахуй чужое. Охотиться, охотиться, не мешай. Так вот и получается, что ты уже мешаешь. Ну это уже между собой. Я тут охочусь нахуй, ты прошел, прострелял, сидишь нахуй. И все. Ну и все. Ну кто успел, тот и съел. Помешался или не помешал? Кто успел, тот и съел. Вот сейчас шишки, это что? Сейчас вы скажите нахуй, что это ваш кедрач, вас тоже пошлют. Вы же тут вот занимаетесь каждый год. Ваша тайга считает, что. Тут и до нас кто-то шишковал нахуй. Ну вот. Тут раньше было городских, нахуй, больше, чем местных. Приезжали отсюда, нахуй. Ну, вот так бы сплошной был кедрадик, падали, все можно собирать. Если бы она разом упала. Или был бы этот ебаный гидротряс. Гидротряс нахуй. Гидротряс, блядь. Сейчас зарядили его, пока сидим тут нахуй, тяжь ебать.
Они уже... еще на батарейках? Уже батарейка. А, вы имеете в виду, пускай ешать? Нет, это, заводится. У тебя батон, что ли, белый? А я хуй знает, я не покупал этот дом. Это, оно заводится, как на бензине. Типа как станция, тут на двух рублях. Ну, я понял. Двух рублях прикрепляется, нафиг. Завел ее, нафиг. И все. Гару дал, нафиг. Молоти. Ну, а если бы еще штук 10 их купил? Не, ну 10 так их дешево. Чтоб выработка больше было. Ну, взял кого-нибудь. Народу набирать, потом делить надо, нафиг. Нахуя своих? Ну, а своих не надо делить. Димка. Того он не несет. Ну, сколько ему надо? Шоколадку купили, да и все. Ну, он не унесет же это, что вам отряд. Шоколадку купили. И они там бросали мне. Начинали от Федя до последнего. Федька сейчас на контракт уйдет, все. А что его открывали уже? Он в Саркане еще посадить хотел. Его и взяли еще, блядь, он маскируется хорошо его в эти ебаные войска. Антитеррористические. Маскироваться, машины, говорит, учили маскировать. Провода полет. Сейчас научат его нахуй. Провода за быгану смотает. Все надо доедать. Сейчас это. Надо. Где-то на поле поедешь. Уже уехал. На месяц, а что там они делать здесь не? Маскировать не. Салатки раскручивать. Машины закопать. Окопы рыть нахуй. Здесь ничего не ездит. Зимой бы он съездил 45 монет. Там есть комары или нет? Где? Знаете, там сколько там мошков, быть. Блядь? Надо убить. Мы на плац выходили, у нас постоянно, блядь, мошки шарали нахуй. Невозможно было. А у нас нихуя не было. У вас там вообще нихуя не было. Пустыня Гоби нахуй. Почему нихуя? Верблюды, козы, зайцы. Они вас не кусали. Ну мы охотились на них. Ну вот. Ну, блядь, там бы навигатор надо было. Там бы можно поохотиться. Поблудить. Нет, навигатор. А так, в сопке вот так выйдешь, а хуй ее знает, с конца края не видать. Коза видишь, козам подходит, начинаешь посадить. И боишься, что куда, как назад идти, хуй ее знает, заблудишься. Ну-ну. Пустыня, как часть причина. А с навигатором бы ее... Че, Телёха, подсели? Ну, сейчас еще ходили там, не наверное. Надо. Ну. Не больше надо. О, друзья, грань. Граница. Медведи тут вообще как бы преобладают больше, чем лосей. Ха-ха! Нихуя себе! А там кто-то, короче, осиное гнездо разбомбил и в муравейник уронил. Ну что, друзья, всем привет. Сегодня 31 августа 2019 года. Сегодня открытие на утку. Ну, короче, охота по перу начинается. Поставил я будильничек на 4:20. Не вытерпел. Сейчас 3 часа ровно. 10 минут. Короче, спать лег где-то минут 20-12. Проснулся 00:30. Все это время вообще уснуть не мог. Ну как уснешь перед охотой-то? Короче, дальнейшие видосы будут с водоема, друзья. Посмотрим, что там будет. Ну все, давайте ждем. Сейчас, короче, попытаюсь на лодочке зайти в камыш. И в камыше постоять, подождать. Друзья, время у нас вот. Короче, заснять нихера не стал снимать. Короче, как началась война, блядь. Стрельба, стрельба, стрельба. Вот, короче, 11 уток. Лодка загружена, короче, ребята. Патроны кончились. Взял всего 2 пачки, блядь. Короче, много уток не нашел. Камыш вот такой вот, пиздец. Ну все, друзья. Короче, пойду еще за патронами. Попозже приду, вон там утки так налетают, налетают прямо классно. Ладно, все, сейчас отмечаю их лицензии, попёр домой. А, не здесь, вроде, вернулся. Второй. Давай, вот, давай, табун, табун, стрели быстрее. Табун, заряди больше.
питается нихуя. Короче, две вроде есть. Полка. Я тебе говорил, сразу на полза там. Вон пошли две штуки. По полю пошли. Низко. Давай полка. И ты без остановки долбит. Прицел не стоит. Друзья, две вроде есть. Стой. Две лежат, вон одна сейчас сядет. Тихо, стой. Здесь крупнее, смотри. Далеко. Еще ебани разом. Стой, ближе подойдет. Не, стрельни, чтоб не уплыл. Оттуда вот сюда. Давай. Широконоска, что ли? Широконоска, что ли? Все, она лежит. Ты дойдешь там? Тебе гильзы надо? 6, 7. А ты стрелял откуда? Вот отсюда где-то. Так, подожди. 3, 6, 7. 7, 7, 7. Есть? Так, ну отсюда вот где-то ты стрелял. Вот отсюда. Так, 7 штук есть. Я хочу, блядь. Да нахуй нужен лишний вес. Ну давай. На гильзы сразу. Это ГПшная, нихуя хороший патрон, блядь. Да блядь, ты надо было резче тут, их можно было нахуярить вообще дохуя. Все, друзья, три уточки есть. Три утки есть, короче. Одну я, две Юрик добыл. Лужица хорошая, богатая. Вот мой трикаш лежит. Вот он. Голову положил. Там вон две Юркины. Остались утки. Я, наверное, не дойду. Но сейчас Юрик возьмет, короче.
болотники. Ну, короче, не зря приехали. Километров, наверное, за 25 уехали на лужу. Вот, такие дела. Так, что у нас? Предохранитель все стоит. Сейчас вот с этой стороны крикоша достанем. И там, короче, друзья. Короче, друзья, помогите, пожалуйста, кто может, деньгами на патроны. У меня патронов нету. Блять, так охота поохотиться, а денег нету на патроны. Помогите, кто может, если кому-нибудь не жалко. Пожалуйста, помогите. Чтоб вот такие вот видосики поснимать вам, попоказывать интересные. Вот. Вот здесь сейчас приближу. Вот они два лежат. Вот один, а вот второй крикаш. И вот еще один вот лежит. Вот это третий. Вот. Короче, с полем, друзья. Ну, можно было здесь и побольше настрелять, но Юрик маленечко по своей методике стреляет. Вот. Я бы стрелял под... Чё, как охотничьи впечатления? А тут мелко. Ну, правда, висковато. Да наберешь, ничего страшного. Надо было палочку взять. Юрик. Вот. Сломаешь, ага. Блять, ну тут можно было, Юрик, больше их взять. Тут нихера табун-то был. Ну вот, можно уже и плов будет сделать, ага. Да-да-да-да. Там две те, там. Видишь, как я его на бревно. Не, не широконоска, я думал широконоска. Ну? Ну? Вот такой вот крикошонок, друзья. Сейчас, короче, за двумя другими пойду. Вот такая вот здесь лужа, бля. Огороженная. Ну а там, по-моему, поглубже будет. Юрик, тут вот я джердина, да и все. Да даже если понаберешь, мы сейчас все. Мы еще куда будем заезжать или домой? Ну давай заедем, потому что они могли туда сейчас плюхнуться. Сколько? Всего? Охуеть. А, смотри, а там еще дальше получается. Наверное, мелко, но... Бля, они в середине лежат. А эти-то, наверное, нихера не настреляли. Ну вот, кто ехал. Они, может, на рыбалку ездили? Ну там какой-то вроде не это. Там вот, наверное, шилохвост вот этот белым пузом лежит. Шилохвост, наверное. Да иди наберешь, ничего страшного. Ну или штаны сними. Вообще даже не подозреваю, что это. Они думают, это гром гремит. Их, наверное, никто не пошугал еще. Да стопудово, нахуй. Молодой. Не, ну нормальный он. Нормальная уточка. Вот последний взлетел, старый был. Но его надо было, блять, сразу же. Я бы два раза успел. Лед промазал. Два раза. Я не люблю такой. Ты бы ебанул его, засыпал бы нахуй. А где гильза-то еще есть? Да, наверное, 7 было. А может и 7. Вот ну, моя прошлогодняя. ДПСная. Ну и хуй с ней. Ну-ну. Она это. Вот он, ДПСный патрон. Это, кстати, по-русски. Ну-ну.
Ну в деревне поди обосрались, думать, ёб твою мать, кто тут? Да ничего. Не, ну вообще, скажут, блядь, не стреляли, не стреляли, а тут как начали. Да тебе можно с нулевки стрелять? Не, чё? Не, чё тебе жалеть-то, ебать? Ну ты кого с ней будешь стрелять? Только косача. По уткам можно, ебать. Она вот с такого расстояния как раз заебись было бы. Она бы нахуй одной дробиной их всех перехуярила. Почему? Так я его замкнул. Я же его замкнул. Да закинешь, закинешь. Чё, друзья, идем рыбачить. Сейчас попробуем воблером-поппером достать уточек. Короче, поохотились и порыбачим. Поутячим. Поутячим. Да они стопудово еще и вечером сюда прилетят. Ну? Они просто не поняли, куда из них три штуки делать. Ну вот это, по-моему, точно широконоска лежит. Ой, широконоска, это ебаная. Шелохвост, ну. Потому что у них только пузо белое. Но это всяко не свистун, не этот, не черок. Они подсяли. Не, они так и были, тебе так кажется. Все, ребятки, учимся доставать уток. Вот таким вот макаром. А ты поближе, подойди туда, Юрик, сколько сможешь. Чтоб долго не кидаться. Да и фиг с ним, тяжелее будет. Одна вот беленькая, ребят. Ну-ну. Вот сейчас вот эту. Да ты зайди в сторону, ага, вот так. Просто леску в воду, Юрик, удочку, носик, окуни. Не зацепил. Юрик, носик в воду засунь. Да не надо ее, ты крючком не подцепишь. Ты ее просто потянешь тем, что ты ее леской придавишь. Ой, и плавненько ее вот так. Профессиональный рыбак Сибири. Ну, вот аккуратненько. Юрик знает свое дело. Да все, сейчас ты его с одного заброса достанешь. Ну ты сейчас даже носиком дотянешься. Вот такая вот охота, друзья. Че, кидани его сюда, Юрик. А это, наверное, серая. А, это ж это, подожди, дай посмотрим. Это, наверное, это самка широконоса, ой, этого шелохвоста. Такая же самая. Самка, это криковая самка. Нет, это не криковая самка, друзья. Ой. Я тебе говорю, это шелохвоста самка. Да. И там такая же. Такая же самая уточка и там, друзья. Ну, вон там. Вот да. Ну, а? Почему пузо-то белое? А у этой-то не белое.
Как не белое? О, такое же самое белое пузо. Или это типа как свиясь, или как она называется? Друзья, кто знает, как утка называется? Ребята, кто знает, как вот эта уточка называется? Свиясь или самка шелохвоста? Вот скажите-ка мне, а? Ребята, что-то я даже не знаю, как она называется. Вот, видите? Зацепила, а? Видите, вот Юрик рыбачит, утячит. Ну тот крикаш красиво на березку выплыл нафиг. А? Тяжелую надо было взять. Вот в это достал. И с котлетки в зубы опускать. Она нас забрала, мы сейчас сразу пачку. И не протянуть ее. Вот здесь сколько пакости. Да ты уже пройдешь, Юрик, 10 сантиметров, пройди и носиком. Такая же, ага. Нет. Другая, по-моему. Ну это молодой, наверное. Дожди, непонятно, что-то. Да не, то же самое, Юрик, только молодой. Молодой. Ну, друзья. Да или это шелохвоста, блин, уточки. Нет. Ну вот эти. Нет, это не шелохвост. Шелохвост у самца хвост, а самка вот, по-моему, вот такая. Либо это шелохвост у самка, либо это свиясь. Вот, друзья. Вот такие вот охотники здесь собрались, которые нихера не знают, как утки называются. Да я, в принципе-то, их и никогда не запоминал. Изучал, мне есть какой-то. Конечно, это утка, утка, она вся образно утка. Вот, три штуки есть. Это просто надо сесть в интернете, посмотреть и все. Да я и смотрел, я их как бы не запоминаю. Я знаю, широконоска, шелохвост, крикаш, блядь, гоголь, нахуй. Это, широконоска. А, широконоска я уже сказал. Пиганка, знаю, блядь. Все, больше ничего. Ну, черков там, трескунки, свистунки. А их же всяких-то уток вообще дофига. И там модели. Да. Но широконоска, я знаю точно, что она с Канады прилетает. Она прям там зимует. Вот от нас она в Канаду улетает. Ну туда улетает, отсюда. Нет, ну у нас зима, а у них лето. Я и говорю, она зимой улетает на зимовку туда. Она же просто на курорт улетает в теплые края, а потом обратно возвращается. Так что тут еще вопрос спорный. Либо она канадская, либо наша. Российская. Все, короче, ребятки, сейчас еще в одно место зайдем, посмотрим. Что там будет, не будет, может шуганул уже кто. Ну а мы тут метров... Нет, не знаю. Да пошли пока, потом сходим. Там может достать, так можно будет, если будет кого доставать. Короче, с водоемов... Они поднялись, но только дальше надо было выходить, я обратно. И все. Это потом опять стрелы, они поднимаются, начали опять кусок дали, все туда красок, на нашу сторону. Вот, друзья, добыча. Криковая утка и вот эти вот две уточки. Вот такие дела. Все, ребятишки, подходим. По-моему, нету тут воды нихуя. Озеро какое. Ну мы ж есть. Ну-ну. Тогда не сюда все и прилетели, наверное. Двойной? Ну? Двойной грязи, а? Тише, тише.
пересохшая. Нет, вода есть. Каш нахуй. Крикоша сработали, ребят. Хорошего. Ну его к берегу поднесет. А, на ту сторону его Юрик унесет. Это успех. Да она сидела нормально было. Маленькая веточка. Все, о них там уже не будет. Будет. Она большая? Подковый полностью. Ага. Бобер нагрыз нахуй. Осинку. Ну ее сейчас он туда, наверное, поднесет. Хотя там сильно водоем, волнистости нету. А видно было сразу от берега эти такие волнишки. На ту сторону мы перейдем. А там, да? И здесь обойдем. Ну, вот куда встать? Он сюда принесет? Конечно. Она на той стороне уже, видишь? Ладно, дальше включимся. Добрышка тропу наделал, друзья. Здесь капкан так смело попадется. Такие делишки, друзья. Ну, давай, иди. Или мы вместе тут пройдем? Пошли здесь. Да хули я уже штаны намочил, да? Пойдем, да пойдем. Высушимся. Да хер с ними. Ничего страшного, вот смотри, тропа бобриная. Дорога, блин. Но она старая. Ну старая, но все равно. И замытая просто. Ну? А так дорожка классная. Ну? Сейчас, друзья, достанем крикоша. Что ты говоришь? Да мог, я тоже так подумал. Дальше, что ли, маленько? Туда, что ли? Да, маленько. Вот, я стрелял. Ну-ну. Кого? Один ходил в тропу. Ну. Ну, он и ходит сюда, переходит. Ну, он здесь выпустит. Бобр. Вот тропа. Ну, вот тропа. Лазит здесь. Речки. Вот здесь он где-то. Опять стрельнул кто-то. Вой, кол как раз бобер сгрыз. И вон она где, прикинь. Где? Вон лежит. Ну? И как ты? Ну вот, кол, говорю. Берет. Бля. А ты туда зайдешь, Юрик, тут не глубоко. Заходи прямо эту, может даже березку положите на нее наступить, чтоб сильно не про этого, не продавливай. Да ё-моё, зайдёшь. Смотри, отталкиваешь. Ну и все, забрали четвертого. Ну это не нынешний. Это под погодник. Тяжелый. Ну, побольше всех.
Потрогай. Ну. Погодь. Вот. Такая утка. Уточка. Ну-ну. Мех 5. Ясно. Вот, друзья. У кого-то больше кто-то покупает. Два крикоша. Смотри, вот этот старый, вот этот молодой. Ну. Этот старый. Этот видишь? Это прошлогодний. Ну? А это нынешний. Это самки. Вот это самка. Самка. А вот это молодой, непонятно, то ли селезень он будет. Селезень. То ли самка селезень будет. Это оба селезня. Ты чё? У селезня зеленая голова. Это оба селезни, Артём. У самки крылья. Но здесь кто-то побухал. Вот это не наш. Талка чья-то. Не наш. Соль там или чё? Бальник оторвали. Или сахар. Да коровы, наверное, оторвали. Коровы, наверное, оторвали. Да ты ее подвешивал бы куда-нибудь, ее сдует нахуй ветром. Да нет. Или он в чайник положит, да и все. Вот он, ножик. Да вот сюда его положил. Я ножик потерял. Ага. Вот он. А я бы куда делся? Грыбок. Ничего. Закрою его, еще мы. И это обтяну его, обтянем до лопы. Ну-ну. Все, ребятули, идем вот к такому вот камышу. Если бы ее никто не поднял. Она вот сюда, да, пойдем сейчас? Вот. Она вот по периметру берез вот этих, да?
Зайди вот сюда. Да тебе кусты сейчас помешают. Грикашу сделал один. Третье место. Бобер погрыз. Вон, видишь, погрыз. Вот сюда надо было подходить. Там воды-то дохуя есть. Упала. Нет, 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 это другой. Это пошел кто-то. Нет, нет, она упала. Да вот здесь, это другая утка. Вижу. Он здесь. Это бобер. Нет. Бобер? Это не бобер. Давай вот сюда. Это сюда. Быстрее. Иди быстрее, там молодые крылья не захлопают. Не попал, блин. Нет, она дальше пошла. Ты чего? Наготове будь. Я тебе говорю, что будет здесь. Тут лужа-то хорошая. Она уходила, воды не было. Разве налез? Я просто надеюсь. Смотри, смотри, нет, два тут было. Два они плюхнули справа. Они поднялись и плюхнули. Но он только может на берег зашел. Сюда, смотри.
кабан вытащил. А, он тут один. Нет, два было. Хорошее место, блядь, Юрик, вообще отсюда надо было заходить. Вот ты запомни, где заходить. Вот, заход. Вот, коридор. Пошел сюда, ты сразу же здесь увидишь, и вот здесь я, нахуй, окно увидишь. Ёба народ, тут, наверное... Где? Да это бобриная. Нет, она не дорыта. Так это просто верхушка была. Это его кто-то выкапывать пытался. А еще есть такая лужа? Блять, я его видел вообще. Я тебе говорю, больше заряди. Что эти три или два было у тебя? Надо было зарядить. Вот поэтому в таких ситуациях и надо заряжать больше патронов. Я бы вот, вот его вообще вот сейчас можно было. Он просто сидел. Он прямо рядом сидел. В 10 метрах от нас. И в камыш поплыл потом. Когда ты уже заряжать начал. Ну все, друзья, приезжаем по вот такой глиняной дороге. Четыре утки есть. Последнее место подошли, не ожидали просто, что утки будут кататься. Не успели заморозить. Результат нормальный, такие уточки. Все, спасибо тем, кто посмотрит видео. Всем привет, друзья. Сегодня у нас 3 сентября 2019 года. Вырвался, короче, на рябчиках свои родные места. Кедрач. Кедры вот такие вот стоят. Столетние, может даже больше, чем столетние, видите, вот такие дела, ну не знаю, будет что не будет, посмотрим, короче, маленечко грибов, посвистим рябчика, ну вот такой самодельный манок, ладно, дальше покажу, что будет. А бабочек? Вот, а бабочек, друзья. Бабок нашел. Опят пока не видать. Планировал опята посмотреть здесь. Но здесь ни одного опенка не видно. Друзья, бурундучок производит заточку чего-то. Черный грусть, друзья. Один, блин. Друзья, табун рябчиков. Вон один есть, сидит, но он, сука, высоковато. В смысле, далековато. Ну, сейчас попробую в ложу. Упал. Рябчик, друзья, есть один. Вон второй полетел. Сел. Промазал.
Этот у нас вот лежит. Блять, самочка. Но здесь, короче, друзья, табун их. Вот так вот. Попало ей по голове. Ну, с контейнера, короче, стреляю. Второй раз промазал, блядь. Далековато было. Ну как далековато? Не далековато, ребята, с контейнера, блядь. Сложно попасть. Выцеливаться надо было. Я так стоя стрелял. Вот. Короче, первый рябчик нынче. В 2019 году. Но здесь табунок был. Штук 5. Лосишки ходили. Друзья. Вот прям свежак. Лось ходит. Через такой маленький ручеек надо пройти сейчас. Ах ты, блядь, провалился, друзья. Какой-то яло. Под самый пояс. Лежанка какая-то. Лоси, что ли, лежат? Аккуратно. Ты спишь? Вот она. Царечечка. Пошла. Здесь лежаночка. Такая. Непонятно. Где-то рябчик здесь тискает. А, вон он, вон он. Вон он перелетел на кедру. Вижу, вижу, вижу. Блин. Так, ну сейчас прицелимся. Хреново что-то. Ни хера не попал. Не попал, друзья. Вот стоило только тут лес попилить года 4 назад. Как здесь вот все вот это вот место заросло малинником, видите? Здесь не было такого. Не могу пройти мимо. 3 сентября вот такая вот малинка. Мелкая, лесная. Просто так прикольно смотрится. Вот так дерево сваленное. Под ним, короче, пихту спилили. Такой фончик. Классненький, ребята, во. Вот такой зачетный. Тайга. Ходим рябчиков ищем. Не упасть бы. Что самое интересное, друзья, они вот растут по дороге. В лесу их вообще не было. В одном месте только бабок был в лесу. И все, и то там дорожное место было. Старая дорожка лесная. И здесь вот нынче никто не ездил. Вот они растут, грибочки. Друзья, два вот таких гриба растет. Видите? О. Даже не знаю, как они называются. Но они как-то называются. Вот такие вот грибочки. Думаю, что они хорошенькие будут. Короче, во. О, и вот третий, смотрите. Ха-ха. Друзьяшки, третий грибок. О, видели? Вкусно пахнут вообще. Лайкуем, друзья, лайкуем. Выворот, видите какой. Таких выворотов вообще тысячи. И какие-то грибы растут. Непонятные. Такой вот муравейник растет. Дятел орёт, слышно.
Ну, туда дальше, друзья, короче, навряд ли будут грибы. Там будет сейчас местность совершенно другая. Под сомнением, короче, что там попадутся. Я сомневаюсь, короче. Такая вот низменная местность, короче. Вот. Там, если может попасть, это только солёники. Под осинами как навряд ли будет. Ну, сейчас вот здесь вот еще могут быть. А там дальше, не знаю. Сомневаюсь. Друзья, еще один абабочек нашелся. Вот такой вот абабочек на тоненькой ножке. Ну вот с этим рыжиком сейчас, короче, пойдет он в пакет. Короче, время что-то на телефоне у меня сбилось. Показывает 1 января 70-го года. Охренеть, это я вообще в шоке. Время я не знаю. Вот абабок сгнил уже один. Значит, друзья, тут посмотреть надо еще, может, что будет. Такой вот рыжик нашелся. Ну, не рыжик, а волнушка. Вот такая вот. Нормальный, короче. Вот еще один рыжик, соленик. Волнушечка. Хороший. Ну а так, друзья, вот здесь вот такая таежка началась. Березки, осинки, кедерочки встречаются. И вот такая вот ровная поверхность. Без всяких этих завалов болотистых местностей. Вот, видите, чистоган такой. Классно. Вот. Такие вот валежники встречаются. Я еще в детстве ходил, он здесь лежал. Вот этот вот пень. Ну как в детстве, лет 15 назад. Ходил здесь, он лежал. Вот по траектории, по своей иду, сейчас вот рябчика видал одного. Только посвистел, он, короче, видать, сидел на дереве рядом от меня метрах 10. И полетел, короче, вниз под речку. Я не стал за ним идти. Уже темнеть начинает. Смотрите, друзья, сколько валяется леса в лесу, короче. Видите? Прям вообще много. И таких куч вообще много-много-много по всему лесу. Вот это вот либо можно было прибрать, куда-нибудь срубик срубить еще, когда он свежий был. Либо его можно было пустить на дрова, друзья. Либо его можно было забрать и продать кому-нибудь. Но этого никто не делает. Воруют, короче, потолще. Быстрее грузят, короче, и увозят. Ну вот здесь, друзья, походу медведи вытоптали. Небольшие. Сейчас попробуем следы найти. Не видно на болотинке. Ну, короче, медвежата ходили. Вот такие вот две сосны нашел, короче. Их, наверное, тут, блядь, найти никто не смог. Видите, две сосны среди тайги вот такие вот здоровенные стоят. Я просто ее вот не обхвачу. Одну, даже вторую, смотрите, с моим ружьем какая она. Соснища. Макушка там с этой, сучки такие громадные, блин. Вот такой вот осинник, друзья, брошенный. Видите, брошенный. Никому не нужный. Сколько лет он здесь лежит. КамАЗа 2 тут лежит. Никому не надо. Вышел вот так на такую вот приятную дорожку. Вот такая вот. Красивая. Ровненькая. Травушка-муравушка. Легкая такая. Травинка растет. Угу. Ну, эта дорога новая какая-то. Я здесь ее не наблюдал. Примерно лет 5 назад ее здесь не было. Друзья, вот далека заметно, или это мухомор, или это шляпка подосиновика. Не понял. Мухомор, блин, друзья. О. Мухомор растет. Сейчас будем смотреть подосиновики. Вот видите, друзья, коза здесь прошла, следы. Вот здесь, в наших местах, ее вообще, по идее, не должно быть. Обалдеть. Охренеть. Обалдеть, друзья, куда она пошла?
Друзья, столько радости прямо. Вообще такой, блин, вот такая вот красота, блин, вообще. Ребята, это вообще нечто. Во. Темень уже. Короче, уже через час затемнеет, все вообще будет темно, даже быстрее. А я вот лажу грибы еще. Друзья, белочка. Вот на сосенке сидит. Молодая белка. Вон она пойдет сейчас на другую сосенку. Небольшая бельчонка. На той сосне сидит.